Simple Dimple, Papa Squish, Simple Dimple, Papa Squish. А, ой. Йоу. Друзья, всем привет. Скоро я улетаю в Тунис. И мне привезли сладости из Турции. Короче, родители были друзья. Приезжали. И подарили нам всякие турецкие сладости, всякие жвачки, жмачки. Это все. Сейчас я буду это все пробовать. Так. Рокко. Я не знаю, что это. Но это, походу, что-то со вкусом клубники и граната. Я не знаю, что это. Вот видите, все закрыто. Все запаковано. У меня специальный ножичек. Ютуб не бань за показания ножа. Надеюсь, Ютуб меня услышал. И не будет банить. Так. Как же это все тут открыть? Сейчас. Через упаковку пахнет. Что-то гранатное. О, открылось. Ну что, вот одна вот такая штучка, таблетка какая-то с буквой R. Видите? Я честно не пробовал вот эти вот все штуки. Давайте попробуем. Такая вкусная. Такая кисленькая. Крутяк. Ой. Люблю кислые вещи. 20 из 10. Так, что же мне попробовать дальше? О, жвачки. Бабол. Биг бабол. Какая-то клубничная жвачка. Я не знаю. Если что, это открывал Степан Яковлев. Степан Яковлев это все уже пробовал, а я нет. А, здесь жвачки на разные виды, разные вкусы. Я хочу попробовать красную. Ой, это оранжевая. Вот, красненькая. Большая клубничная жвачка. Угу. Очень вкусно. Люблю жвачки. 10 из 10. Смотрите. Типи-тип. Я скажу, да? Что это вообще такое? Я скажу. Артём. Да, Степан Яковлев тут. Это жвачки. Почти похоже на дировый лимон. Вот здесь что-то написано, это все. Сейчас понюхаем. Банановая жвачка. Ну, понюхайте. Клубничная жвачка. Так, сюда я положу мою клубничную. Самая обычная клубничная жвачка. Ой. Банановая жвачка. Вот это
Биг Бабл. Тоже обычные жвачки, но там есть разные вкусы. 5 из 10. Мне не понравилось. Ну что, на этом все. Я попробовал турецкие сладости. 2 жвачки разных видов. И вот это вот Рокко. Надеюсь, вам это видео понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, любые просто. Какие в голову придут, такие пишите. Спасибо вам за просмотр и всем удачи и пока.